Необычный транспорт «Беговел» испытали подрастающие гонщики в Якутске. В столице состоялась долгожданная гонка, поучаствовать в которой пришли более 50 совсем еще маленьких, но отважных и решительных гонщиков. Саргалана Федорова продолжит тему. «Беговел» – велосипед без педалей. Является очень популярным средством детского транспорта. Он прекрасно развивает координацию малышей. Спортивный зал Института водного транспорта превратился в гоночную трассу. Юные участники от 1,5 до 6 лет состязались на дистанции от 100 до 200 метров. Да, девочки, мальчики все вместе, потому что в этом возрасте у них еще разницы в физической форме такой большой нету. И частенько, на самом деле, девочки бывают и побыстрее. На беговел можно садиться с любого возраста. Самое главное, чтобы рост позволял и длина ноги. А так каждый год мы проводим, стараемся проводить побольше. В том числе мы будем проводить и в этом году соревнования не только на беговелах, но и на велосипедах тоже для детей. Сопровождающие родители поддерживают своих чад. Чем громче родители кричат, тем быстрее ребенок бежит. Эти соревнования, естественно, развивают силу воли у детей, стремление к победе. Ну, тоже очень хорошее качество. В будущем очень пригодится. Опытные гонщики уже умеют грамотно выбирать траектории, правильно проходить повороты и хорошо ускоряться на старте. Мальчик Вадим приобщился к этому необычному спорту с 1,5 лет. Он второй год принимает участие в соревнованиях. Думаю, что для маленького поколения детей очень хорошее занятие в свободное время. Беговел личный. Выбирали долго через интернет и выбрали самый легкий вариант. Очень нравится, даже больше, чем велосипед нравится. Ребята не только посоревновались друг с другом, но и продемонстрировали чудеса координации, выполняя первые в их жизни трюки. Юные гонщики получили массу эмоций, энергии и повысили знания культуры и безопасности на дорогах. Саргалана Федорова, Владимир Таюрский, НВК Саха, Якутск.